сейчас. Я мажу стоп. Идет. Дай. Господа, прошу пожертвовать в пользу увечных воинов. Ах, увечные, бесконечные. Дайте победу, получайте наличными. Победа обеспечена. Замечательно, браво. Ваши денежки пахнут воблою, а в ритне так забыли печаль. Батоников, не забудьте отчислить. А? Следующий. Банки две. Николай, ты приехал. Николай, ладно. Здравствуйте! Сегодня я должен совершить историческое дело. Вас познакомить. Я же Микеладзе, герой Перемышля, носитель золотого оружия. А это гордейший сын грузинского народа. Очень рад. Понял. Нам, сынам Грузии, больно видеть, как льется грузинская кровь за русский интерес. Мы бы предпочли видеть вас среди грузинских патриотов. Судьба Грузии, как и всей Российской империи, решается там, на полях сражений. Мы Российской империи сочтены. Денежки не в счет. Будущая Россия – это колония Европы. Будущая Грузия – это форпост Европы на юге. Украина на востоке, Финляндия на севере и, вероятно, Сибирь на Дальнем Востоке. Колонии Европы? Но это вы через край хватили. Сегодня нам разрешаются великие проблемы Грузии. Я вас не совсем понял, господин Карумидзе. Поверьте, князь, что мы видим происходящее с исторической точки зрения. Что же, собственно, вы мне предлагаете? Я имею связь с легионом цариц Тамари. Легион сформирован недавно в Германии. Может быть, вы... Оставьте меня. Простите, господа. Ну, объясните, что случилось? Объясните, как не понятно. Какой ужас! Береги себя, Мише. Евуга. Свидание, мама. Свидание. Общий привет. Прощай, прощай. Не беспокойся, буду писать. Осторожно, это укрепляющие. Превратите, тёщ приходится. Война до победного конца. Ланца дринца от тата. Прощай, родной, не забывай меня. А что, Микеладзе с нами едет? Ничего, мы с ним договоримся. Спасибо.
Петроградский. Как у вас в Петрограде? А что? Что делает Церетели? Какой Церетели? Как какой? Наш Церетели, министр. А, этот. Толчет воду в ступе. Угу. Сестричка, птичка, мимиличка, а коготок костер. А коли остер, подальше от сестер, правда? Что ага. Это он забирает выражение? Что за отношение какое? Не понимаю, кто старше, кто младше. Кто ты из полкового комитета? Я из полкового комитета. Мне нужен Ершов. Могу за него. Нет, мне нужен именно он. Зови, Вань. Ладно, иду. По какому делу, сестрица? Не медикаменты привезла? Да. Медикаменты. Сдать хочу. Так бы и сказала. Давай, я приму. А вы знаете? Знаю. Применим, сестрица. Батюшки, Светлана! Я, дядя Вася. Вот медикаменты вам привезла. Вовремя. Ну, давай, давай. Давай. Ну, что у нас нового в Питере? Все в порядке. Молодец. Так. Поеду дальше, дядя Вася. Ну, езжай. Эх ты, умница. До свидания, товарищ. На. Эй. На вот, раздай. Дальше поехали. Смелая какая. Чего говорить, верная. А как ее зовут? Светлана. Цицинателла. Чего это? Цицинателла. Это по-нашему светлячок. А. Чему Цицинателла? Кто это? Во сне ли я? Георгий, брат мой. Ты чё? Давно ли на руках тебя носил? Уже солдат. Ну, как у вас? Как мама? Деревня плачет. Ничего. Скоро лучше будем жить. От мамы. Сама вязала. Спасибо. Чего? Ну,
ваши усы трички достал, ваш высокого родина. Так вот она какая! Их ты чем занимаешься? Так точно! Сядь! Слушай, что ж такое! Стой! Что? Ой! Ой! Куда? Таковка напала! Гадина! Ах ты! Не смейте! Ах ты! Так вот вы чем занимаетесь, сестричка! Что это тут у вас? А здесь? Отдайте! Отдайте! Я извиняюсь, господин прапорщик. Лучше не надо. Черт знает, что такое. Спасибо, товарищ. Спасибо. Как вас зовут? Георгий. До свидания, Георгий. Имею явиться, ваше превосходительство. А, здравствуйте, полковник. Рад вас видеть. Поправились? Да. Значит, наступаем. Да, если господа революционеры договорятся... По поводу? По поводу наступления. Ведь у нас теперь какие времена. Одни присылают приказы наступать, а другие эти приказы отменяют... Не могут товарищи найти общего языка. Нами командуют министры-социалисты, штафирки, штатские люди, шляпы. Да. Эх, тяжелые времена, полковник. Вот сейчас вопрос о наступлении дебатируется у вас в полковом комитете. А попит горою, ерундовым горою, казаки дам. Ну, давай, давай, на ваше слово. Ну, твое мнение, братцы, вот присяя ни шагу. Вот именно, правильно. У мужика хата, у мужика коровенка, у мужика поле. Защищать от иноземного нашествия надо. Надо, надо, надо. Не посрамим же мы семьи русской. Правильно. Наступать будем и точка. Правильно. Я, товарищи, возвращен с каторги нашей революции. Я боролся с царизмом и словом, и бомбами. Да, бомбами. Хотели повесить, но заменили вечной. И вот... Вы видите на мне солдатскую жилетку. Почему? Потому, что эта война, это последняя схватка славян с тевтонами. Наше дело маленькое. Поставим пулеметы и пущай немцам животы штопает. Я, братцы, торжественно заявляю от усей пулеметной команды. Наступать! Товарищи, товарищи, вы послушайте дальше, дальше. Вот, пора кончать нынешнюю войну, затеянную кучкой богачей. Власть взять в собственные руки. Правильно. Да. А за это что надо? Она... С Петрограда ее, брат, прикрывали и закрывали. И штрафовали, а она, знаешь, все гнет свое наперекор толстопузом. Ишь ты отчаянная. Даром, что ли, крестили правды. А ну-ка, довольно, довольно глупостями заниматься-то. Мамед. Ну да. Ну давай. Твое слово. Ваше слово. Кавказский час пойдет. Чеченский дивизион тоже пойдет. Пойдет. Кавказский час не пойдет. Дивизион точно не пойдет. То есть как не пойдет? То есть как это не пойдет?
чеченский дивизион полномочий меня так сказал. Пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет. Дайте мне слово, товарищ. Дайте мне слово, пожалуйста. Прошу вас, пожалуйста. Наша позиция. Товарищи, наши позиции. Наши позиции не мир и не война. Ну, товарищи, не ту, наша позиция, товарищи. Как это так? Не мир и не война, ну как? Это вояка. Здрасте твоей матери. Здорово, полчане! Ну как, решили? Бьем противника. Одну минуту, сейчас, сейчас проголосуем мы. Кто за наступление? Прошу поднять руки, сосчитайте. Слушайте. 9. Играй, Ватикан!
Русь, а! Spiel noch einmal, Gustav, spiel noch einmal. Spiel! Kommt, kommt, Kameraden! Kommt! Kommt, Kamerad! Schneller! Здравствуй, камарад. Домой, камарад, хочется? На хаузе? Я. Работай. Видишь, сколько земли изгадили. Верда из ганс капут. Хлеба, хлеба, видишь? Брут. Бери. Брут. Данкеше. Брут, камарад. Возьми. Hier hast du ein Geschenk von mir. Спасибо. Von mir. Ишь ты. Ну вот что, ребята. Чего мы тут сидим и друг дружку караулим? Мы своего Николая спихнули. Николас. Николас. А вы Вильгельма пихайте, пихайте. Вильгельм, цум. О, цум. Гуд. Хорошо. Мир, мир. Verstehe nicht. Мир, мир. Мир? А, Фриден, Фриден, камерад, мир, понял? Я вижу, Фриден, Фриден, иди сюда. Ком, ком. Понял? Ага, до, найнахан. Ленин. Ленин гуд. О, да, Ленин, 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 гуд, гуд. Пошли. Прицел,
32. Слушаюсь. Авле! Брат, а что матери Преступник!
ни в коем случае. Но, генерал! Они толкают нашу страну в бед! Кто толкает? Я говорю о большевиках! Они что тебе? Поперек горло встали! Пойдем, брат. А ну их, дед, пошли. Пойдем, ребята, не скажите. Я думаю, нам лучше уйти отсюда, господин министр. Вы боитесь меня? Я за вас боюсь, господин министр. Какие глупости! Я умею словом держать массу. Теперь уже никакие слова не помогут. Придется образумить вас, полковник. Проводите, господин министр. Где там, а? Сильвупле. Это тоже вам. Анна Алексеевна! А, Светланочка приехала. Да, вот приехали. Вы что, товарищи, материал привезли? Чего? Материал привезли? А, да, да, да. А ну-ка. Целую кучу материалов. Да. А ну-ну. Вот, буду три набереться. Нам бы главного здесь повидать, а? Редактора? Угу. Главного. Он сейчас придет. Да вот он, кажется, идет. Добрый. Вот эти гранки? Да-да, вот эти. Ага. Здравствуйте. А, здравствуй, хозяйка. Приехала? Да. Отлично. Вот товарищ из фронта. Вижу, Ершов. Дядя Вася. Так, так. А это вот наш Панасюк. Это я. Здоровенький был. Здорово. Делегаты? Да-да. Так. Ну, как у вас там на фронте? Раньше на фронте в грудь били. А приехал Тарателев, спину начали бить. Наши ребята хотели с ним рассчитаться. Да смылся. Рассчитаться? Никогда не поздно. Ну, устраивайтесь, товарищ, я сейчас. Так это передовица Владимира Ильича? Да, да. Так, ну, конечно, это пойдет. Кто расстреливает столь же определенную часть солдат, кто расстреливает столь же определенную часть войска в армии, вот эти палачи – это реальная власть. Церетели, Черновы, министры без власти, министры куклы – вожди партий. По-моему, вы здесь пропустили. Нет, нет, не может быть.
Давайте все-таки обратимся к рукописи. Я же вам сказал. Видите, министры без власти, министры куклы, вожди партии, поддерживающие палачество. Поддерживающие палачество. Да смысл же тот. Этот, да, не тот. И вообще, давайте не будем править Ленина. По-моему, он неплохо пишет. Не правда ли, товарищ? Дай бог каждому. Вот видите. Виноват. И пока партия доверяет мне службу правде, Ленина искажать, знаете ли, никому не удастся. Не выйдет. Простите. Ну, возьмите, работайте. Хорошо. Кому такая награда? Зараз доложу. Тебе, борцу, гнетущей тьмою. Это правда? Да. Ага. Хорошо. Привет горячий от души. Всегда идем мы за тобою и шлем последние гроши. Это стихи? Вижу. Вот это мы обязательно напечатаем в нашей газете. Обязательно. Мы читали сигнал, что правде нужны средства. Ну и вот, собрали и от нашего полка. Это очень хорошо, товарищи, что вы вашу газету не забываете. От хлопцы на усім фронте так казали. Ось каже Мишо, везите его до той, до правды. А назад у ті мешці привезіть нам мир. Ось воно я. Мужик сіє жито. Жінка каже мак. Хай буде так. Ну, поближе садитесь, поближе, товарищ. Поближе. Не так просто, товарищ. Вот я кстати хочу. Не так просто. После февральской революции власть осталась в руках помещиков и капиталистов. В руках скупщиков и мародеров. Вот в чем причины нынешних бедствий и в тылу, и на фронте. Да треба им дать по бутылице так, чтобы... Правильно, правильно. То, что не было сделано в феврале, когда скинули царя, то должно быть сделано теперь, когда к власти придут большевики. И тогда мир? Да. Большевики... Предложат всем воюющим народам справедливый мир. Обязательно предложат. Ну, а там посмотрим. Ага. Так я уже я тебе скажу. Иди швидше, робить. А мы вот усі допоможемо. Отак и кажить товарищу Ленину. Ну, а почему бы вам самим не сказать это товарищу Ленину? А товарища Ленина можно видеть? А почему же нельзя? Можно. У федеральной степен катастрофы прорубили для анархистов оригинально. Иван Николаевич, почему это француз так горячит? Так же, союзнички. Они ведь поклялись воевать до последнего русского солдата. Вы, сержант. Ваше председательство, заседание начинается. Да, благодарю, я иду. Анархия! Анархия! Фронта нас нет! Мы катимся в бед! Туда вам и дорог. Успокойтесь, граждане! Успокойтесь, я вас прошу! Успокойтесь! Садитесь, граждане! Садитесь, я вас прошу! Прошу продолжать, господин Территорий. Демагогическая пропаганда большевиков ведет страну к развалу. Тенденция сепаратизма, обнаружившаяся в Финляндии, на Украине и в других частях страны, договорятся преступными лозунгами о немедленном мире и самоопределении народа.
лозунг большевиков о самоопределении народов ведет государство к развалу. Единственный путь спасения – коалиция. Нет, и не может быть, я это утверждаю, такой партии, которая могла бы сейчас взять власть в свои руки и вывести страну из анархии. Есть такая партия! Ленин. Да. Какая партия, позвольте вас спросить? Это партия большевиков! Прекратить! Это бесценную демагогию! Смеется тот, кто смеется последний. Арестовать! Всех не бери, арестуйте! Господа офицеры, за мной! Пойдемте, Владимир Ильич. Товарищи! Товарищи! А как она будет? Насчет земли. Землю надо отобрать у помещиков. Так хиба ж вон и дадут. Землю у них возьмут советы. Где понадобится, силой. Товарищ Ленин. Вот, товарищ Ленин. Есть большевики, поддерживают временное правительство. А как? Это не большевики. Это двурушники. Товарищ Ленин. А что, ежели временное правительство откажется заключить мир? Да. Дадим ему по шее. На то оно и временное. Большевистскую демагогию никакими аргументами не опрокинешь. Никакими. Здесь аргументация сильнее всяких слов. Не надо забивать, что ваше оружие и ваше мужество нам нужны для родной Грузии. Совершенно бесспорно. Не сегодня, так завтра медведь сомется в степи. Это же варвары, эченеки. Уедем в Грузию, организуем республику, у нас будет наше правительство. Под протекторатом хотя бы, ну, крестьян, все равно. Но большевистскими правдами и неправдами лучше к власти. Это верно. Но приход их к власти вызовет протест союзников, дипломатические осложнения. Отец послал великих держав. Пусть тогда поцарствуют господа большевики. Ленин сегодня же будет арестован. Приказ уже подписан. Виноват, господин министр. Мы вынуждены занять этот зал. А что? Бедни тревожные, Васильевский остров, литейные мосты, забиты черни с красными флагами. Возможно, что это попытка переворота. Вот оно, оказывается, что есть такая партия, вот. А его превосходительство приказал перевести разговор на самый понятный язык. А Миксель, дорогие, попробуйте это сделать. Вы будете так, вот дальше, как это удалось. Там школа рода не было, я вам позвольте, капитан, я не могу. Сам свободный народ, радио проводим себе.
Осторожно, товарищ, осторожно. Давай сюда. А, так. Это раненый фронт, мама. Не пугай меня. Горячей воды, горение, кричи. Светлана, кричи, меня сердце замерз. Осторожнее. Боже мой, это что же такое? Господи, боже. Мне не так плохо. Егор. Егорка. Ты это... Ты это... Деда. Что это он сказал? По-своему, Джон. Спасибо, товарищ. Мне хорошо. Вот что пишет Керенский. Я читаю выдержки. Беспорядки в Петрограде были организованы при участии агентов германского правительства. Руководители и лица, запятнавшие себя братской кровью, арестовываются. Чему вы цитируете эту клевету? К чему? Владимир, мы одиноки. Против нас идут даже меньшевики, даже эсеры. Послушайте, не нужно никакой правительства. Не нужно. Но все фракции требуют суда над нашей партией. Требуют ваши явки на этот суд. Ага. Вот что. Да-да. Это единственный выход из положения. Так. Но суд — это орган власти. Да, несомненно. А где власть? Правительство. Ну? Его состав меняется ежедневно. Правительство бездействует, его нет. Действует военная диктатура. Отчасти. Абсолютно. О суде смешно и говорить. Дело не в суде. Это эпизод гражданской войны. Пусть даже так. Но ведь суд будет гласным. Народ поймет. Мы считаем, что вам необходимо явиться, Владимир. Ну, знаете, ваше рассуждение редяческое. Редяческое. Что? Вот. Поймите, наконец, что власти нужен не суд, а травля интернационалистов. Правильно. Засадить их и держать. Вот что нужно господину Керенскому и компании. Совершенно верно. Понятно. Засадить. Не думаю. Революционное правительство. Я полагаю. Всегда было и всегда будет. Я полагаю, вопрос исчерпан. Владимир Ильич говорил весьма ясно и понятно. Да, но... Ясно и понятно для тех, кто хочет понимать. Ни на какой суд Владимир Ильич не пойдет. Послушайте. Мы полагаем, что явка Владимира Ильича нанесет смертельный удар контрреволюции. Да-да, да-да-да. Чего это? Не знаю. Надо помнить и никогда не забывать, что второго такого Ленина у нас нет. Я, по крайней мере, в истории человечества второго такого не помню. А потому никому не позволительно распоряжаться его головой так это. Кроме партии. Какая гарантия, спрашиваю вас, какая гарантия, что те же юнкера, которые поведут на этот суд, не растерзают его по дороге? Ведь это же банда. Ну, так никто из нас не гарантирован. Ну, положим, вы можете не беспокоиться. Ваше поведение уже гарантия. Светланочка. Вот полюбуйтесь, Владимир Ильич. На всех углах расклеено. О чем мы уже предупреждали? Угу. Совершенно логично.
Не пачкайте рук, Владимир Ильич. Давайте лучше уедем отсюда. Вы куда же теперь? А вам отсюда в какую сторону? Мы направо. Направо? Ну, а нам прямо. Прямо. Но мы надеемся, что Владимир Ильич будет в безопасности. Вы можете не беспокоиться. Поскольку вы не будете знать его адрес, он будет в полной безопасности. Пойдемте, Владимир Ильич. А Светланочка, ты с нами? Я не знаю, Владимир Ильич. А почему грустно? Я... У нее важные дела. Какие? Сердечные. Тоже. Полюбила там какого-то грузина. Это очень удачно. Это очень хорошо. Да, а вот маме не нравится. Вот это плохо. А как вы думаете, если я поговорю с мамой, я сагитирую ее, а? По-моему, вы обязательно сагитируете, Владимир Ильич. Я поговорю с мамой. Обязательно поговорю. Ну, пошли. Вот эти двое, как гоголевские крысы, пришли, понюхали и ушли. Да-да. Не правда ли, хозяйка? Да. Пожалуйста, Владимир Ильич, можно? И пойдемте сюда. К тебе, Светланочка. Угу. Це вже Спасівка. Люди новий хліб до млину везуть. Куди? Ти тож не сюди. Ага, ось. А яблуки, які зараз, Василь, а? Від сонця гарячі, як бублики. Добра земля на Україні. Эх, хороша Маша, да не наша. Вот когда отечество тебе родней матери станет, да даст землю да волю, вот тогда и у тебя яблоками запахнет. Ну а ежели какого недоброго соседа на этот запах потянет, так мы ему так нюхало набьем, что до новых денег не забудем. Ну, это же коли будет. А вот и будет. Для этого и шестой съезд собираем, чтобы силы в один кулак собрать. Да этим кулаком, кого следует по голове, шандарахнуть. Такое время лежать. Егор, да. О, Светлана. Ну, я пойду, чтоб старуха не видала. Вот и мой дом. А пришли чистыми. Ты подождешь, Ершова. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Там еще кто? Там, да, там, знаете ли, знаменитый хирург, доктор Уянов. Батюшки мои, да что же тебя стоят, а? Пожалуйста, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Прошу. А, здравствуйте, пожалуйста, руки мыть. Чего? Руки мыть. Руки? Пожалуйста. Доктор. Вы уж как следует посмотрите его, а? А может, ему лучше уйти отсюда? А что? Политическое. Да ну! Да, на демонстрации раненый. Большевик. Что вы говорите? Нет, нет, он человек тихий. Только не наш он, грузинец. Ай-яй-яй-яй. А я женщина больная. Чуть шум, чуть стук. Так вот, здесь вот и оборвется. А. С 5-го года это, как ему уже потеряла. Доктор, может, больному-то уйти отсюда? Посмотрю. Посмотрите.
Сюда, да? Да, сюда. Сюда, сюда, пожалуйста. 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 Вам лежать надо? Не могу я лежать, когда у нас такие гости. Здоровья. Вот и отлично. Но пока надо беречь тебя. Это вас надо беречь. Нас миллионы, а вы один. Вот эти миллионы и дадут ответ на июльский расстрел. Ершов уже здесь, можно? Что? Ага. Ничего, пора, Владимир Ильич. Владимир Ильич, ехали бы к нам в Кронштадт, там как за каменной стеной будете. Поблагодарите товарищей, но пока такой нужды нет. Да, пока нет нужды. Командир Ильичев, Федорович. Вот сейчас отдыхали. Поправляйтесь. Ну, крепче там. Есть. До свидания. Сейчас, сейчас. Одну минуточку. Виталий. Видел. Ну, как? Поправляется. Но влюблен. Вот том-то вот и горько. Почему? Сразу видно, доктор, что вы не мать. Ну, а раньше разве не было видно? Да полноте, доктор. Ну что в нем? Что? Рот точно дурская каланча. Значит, видит дальше других. Увезет мою Светланочку. А отдавать не хочу. Грузиницу. Гарем у них. Что вы? Да, гарем. Мама засмеялась. Вот видите, когда Владимир Ильич смеется, то самая закоренелая душа может расставиться. Так вот, дорогая моя Василина, не надо молодым мешать строить свою жизнь, новую жизнь. Ну, а сердце ваше как? Спасибо, отлегло. А вы знаете, доктор, ведь и без лекарства с нами очень хорошо. Ну вот видите. Право. До свидания, моя Вася. До свидания, доктор. Что это? Деньги? Нет, денег я не беру. Да как же, доктор? Нет, до свидания, моя Вася. Видали вы такого доктора? Такого? Нет, не видел. И, пожалуй, не увижу. Ну, до свидания, моя Вася. На Светлану вы не сердитесь. До свидания уж, до свидания. Ось воно як, мамаша. Ну как? Можно, Владимир Ильич. Светлане выйти замуж. Бабушке нянчить внука. Вот так доктор. Ну. Поехали. А я здесь валяюсь. Ничего, Ершов довезет. Чего ж ты стоишь-то? Видишь, человек больной, отдохнуть надо. Отдохни, сыночек мой, отдохни, как дома. Вот так вот. Спасибо. Здоровья. Чему ты цинатила, да при нас не ламала, шерма шори, натывма, дам свада даманила. Thank you.
Владимир Ильич! А, Ершов! Здравствуйте! Здравствуйте. Газет меня? Да, вот. И я здесь, Константин Иванов. Знаю. Для нас вы всегда Владимир Ильич. Садись, садись. У меня письмо к вам, Владимир письмо? Ильич. Да-да. От Сталина, да-да. Так, хорошо. Съезд идет. Досадно, что без меня. Нельзя вам. Шпики Керенска вас в каждой квартире ищут. И все-таки досадно. Ну, а как себя ведут на съезде наши друзья, советчики? Это Каменев и компания. Ах, эти! Все вам интересует. Где вы-то? Что вы? Ну да разве кто скажет. Нельзя, конечно. Услужливый дурак опаснее врага. Так, значит, съезд идет. Как при вас. Безусловно, такой пламенный ролевой, как Сталин, поведет съезд прямо к цели. Он уже ведет. Владимир Ильич, это надо видеть. Я сейчас ему напишу. Товарища Ленина, мы никому не позволим использовать провокацион, ибо вся наша работа проникнута духом, мыслями и решимостью Ленина. Он здесь, он всегда и везде с нами. Понимали и знаем, почему это временное правительство господ керенских церетелей тянуло и тянет на фронт и страдавшихся, измученных, зачастую безоружных солдат на грабительские войны. Лицемерно называя это защитой Отечества. Добиваясь победы, этим путем они хотят украсть власть капитала. Давай временное правительство! Давай Керенскому и компанию! Но мы должны сказать Керенскому и Церетелю, господа почтенные, на этот раз не выйдет! Не выйдет! Несмотря на то, что угаром шовинизма, к сожалению, отравлены некоторые из сидящих здесь. Кто? Назовите. Может быть, я? Говорят, на воре шапка горит. Но это, конечно, к вам не относится. Мысль о том, что только Европа может указать нам путь,
Это старый, обветшалый предрассудок. Значит, победа без пролетарской революции на Западе? Затвердила сорока Якова, да и твердить про всякого. Совершенно не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь в социализм. Сейчас необходима решительная борьба с временным правительством и с соглашательскими двурушническими партиями. Эти двурушнические партии должны быть изолированы. А почему? Да потому что соглашательство в революции всегда идет рядом с изменой. Если до июльского расстрела не было возможно мирная победа, мирный переход власти к Советам, то теперь, после июльского расстрела, эта возможность безусловно исчезла. И значит, захват власти. Да, совершенно верно. Захват власти теми, кому она должна принадлежать. А именно? Пролетариату и беднейшему крестьянству. Значит, силой. Да, вооруженной силой. Правильно! Это не марксизм, это бланкизм. Разрешите вам заметить, уважаемый марксист, что есть марксизм догматический и есть марксизм творческий, революционный. Так вот мы здесь на почве марксизма творческого, революционного. Надо, чтобы рабочие, крестьяне и солдаты поняли, что без свержения власти капитала им не получить ни воли, ни земли, ни хлеба. На силу ответят силой. Ну, знаете ли, волков боятся в лес не ходить. И вообще, товарищам, подверженным панике, лучше будет спрятаться. Говорит теперь о мирном переходе власти к Советам. Это значит говорить впустую, ради забавы. Мирный период революции кончился, наступил период схваток и взрывов. Один каже так, другий так. Як бути, виступати з оружием чи без оружия?
Вы спрашиваете, как быть. Так вот, слушайте. Мы, работники печати, всегда держим перо при себе наготове. Ну, а там вам виднее будет. Так. А? Він каже, що ми робітники печаті, завжди маємо перо при себе. Це значить виступати з оружієм. З оружієм! Послали сюда один экспедиционный корпус и один генерал, и восстановили бы дисциплин. Но операцион рекутишер, и сержант средним классы, и торговали бы сами богатые страны Европы. Еще не поздно. Поддержите лучших людей этой страны, и мы сюда еще вернемся. Ни одной минуты. Распределить силы, призвать верные полки невооруженных рабочих, занять все пункты вооруженной борьбы, окружить Александринку, занять Петропавл, во что бы то ни стало. Вы, товарищ Будашури и Мишев, захватите мосты у Зимнего, захватите и удержите. А вы, товарищ Панасюк, берите ответ и идите на телефонную станцию. Займите ее. Действуйте решительно. А ну-ка, хозяйка, выпишите мандаты нашим командирам эропролетарского отряда. Арестовать временное правительство. Арестовать, не теряя ни одной минуты. Погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центру города. Есть. Ну, поздравляю тебя, мой родной товарищ командир.
Кронштадт! Кронштадт! Помните, решается судьба революции. Носите с достоинством звание командиров революции. Это наши! Авроры! Пьем по зимнему! Какое зарево! Это великое зарево! Оно озарит весь мир!